У нас есть богатая история артистов цирка, которые прямо с манежа ушли на войну. Первые в истории патриотический цирковой спектакль. Это не пропаганда, это напоминание того, что не должно повториться. С какими трудностями пришлось столкнуться артистам на репетиции? Вы что делаете? Это джигиты в солдатских костюмах. И как проект вернул на манеж человека, который навсегда с ним попрощался? В определенный момент я не выдержал. Легенды цирка. В субботу в 10:15.